Сток Крейн, спортивная одежда. Это микс, мужская, женская. Олимпийка 40-й размер. М-ка. Это бриджи. Так, М-ка 40-42. Маечка. Олимпийка внутри флисовый. А нет, не флис. Или флис. В общем, какой-то утеплитель 42-го размера. Так, это, судя по всему, так, ТМ-ка для занятий йогой. 42-й размер, маечка. С-ка 36-38. М-ка 40-42. Л-ка 44-46. Так, Л-ка 44-46. Леггинсы. Так, 38-й размер. Пятьдесят четвертый. Элька 44-46. XS 34-й. Элька 52-54. Шорты. Элька 44-46. Так, маечка СК 36-38. Элька 52-54. 54-й размер. Сорок второй. М-ка 48-50. Так, М-ка 40-42. М-ка 40-42. Так, олимпийка уже была. Только это размер 50-й. СК 36-38. СК также 36-38. Здесь вот какое-то то ли пятно, то ли... Что это? Понятно, белое. СК 36-38. 42-й размер. Сороковой. 50-й. Сороковой. Вот здесь тоже какие-то два пятна есть. Так, это у нас размер 42-й. И вот здесь тоже футболочка. Но это, я так предполагаю, что пыль. Естественно, отстирывается, но вот сам факт. Вот, думаю, видно. Так, футболка. Это для занятий йогой. Размер XS 34. Такая тоже маечка была. 42 размер. Шорты. А, это леггинсы 50.
Шорты 48-50. 48 размер. Это футболка. Маечка. Элька 44-46. Эска 36-38. 38 размер леггинса. 50 размер. Ну, 48-50 М-ка. Маечка. Такая тоже была в развороте. 54 размер футболка. 38 размер. 52 размер. Это должны быть леггинсы. Нет, это по-моему, ветровка. Маечка. Ну, безрукавка. М-ка 40-42 с капюшоном. Точно такая же, только уже с рукавами. 44-46. Топ 40 размер. Топ 38 размер. Так, эска. Это вот как это, штанишки или скорее бриджи для занятий йогой хлопковые. 36-38 размер. Точно такие же. М-ка 40-42. Так, футболочка 42 размера. Шорты. Так, XS. Там были только 50 размера. Элька 52-54. 38 размер. Бриджи. 42 размер. Это также бриджи, скорее всего. А, нет, это курточка, наверное. Так, маечка. Элька 44-46. XS 34 размер. А, так, 50 размер. 38 размер. Футболка 40. 42 размер футболочка. 48. 38 маечка. Так, шортики. М-ка 48-50. 36 размер маечка и последняя майка 38 размера. На этом все.